Чистый двор, детская игровая площадка. По словам жителей домов номер 14, корпусов 1 и 2, весь вид, да и досуг детей портит эта контейнерная площадка. Сюда ее перенесли пару недель назад. С того момента и начались неудобства. По проекту, конечно, здесь, но стояла она с торца 14 дома. Это единый дом, и он неделимый. Знаете почему? Потому что идет какая-то, я не понимаю, цифра 14, 14, 14, 1, 14, 2. Двор общий, земельный акт общий. Мы бы хотели большинством жителей, чтобы стояло на прежнем месте. И знаете, у нас есть бумаги у нашего начальника КСК, председателя КСК, где есть решение акимата для Эдельвейса, рекомендация, что решили большинством жителей, куда поставить. Но Эдельвейс не ставит. До этого контейнеры стояли с торца дома. Сейчас люди замечают, что сюда элементарно не может проехать мусоровоз. Они вынуждены добираться до контейнеров через забитую машинами парковку, что крайне неудобно и опасно. Люди уже обращались в акимат, собирали подписи жильцов для переноса мусорных контейнеров на прежнее место. Их просьбу там удовлетворили, но по проекту застройщика данного ЖК баки должны стоять именно здесь, почти в центре двора. У них была мусорка близко к ним, меньше, чем на 20 метров, поэтому они немножко пожаловались на нас в акимат, мы тоже в свою очередь пожаловались. И решением акимата, в общем, акимат решил, чтобы убрать мусорку и расположить ее по проекту. Мы с Эдельвейсом договорились же с нашим застройщиком, чтобы поставить по проекту. И вот такая вот у нас теперь картина. Но мы теперь вот хотим отойти по закону 25 метров от 12 дома и расположить ее на старом месте, немножко по закону, место что есть, место да? есть. Да. Застройщиком этого дома является ТО «Эдельвейс». В компании нам объяснили, что ситуация непростая, но перенос контейнеров производился согласно утвержденному проекту. Она там стояла временно, потому что там строился дом. Когда дом построился, все заасфальтировалось, и согласно проектной документации, плану, генплану, там мусорный контейнер размещается. У меня есть протокол, подписанный жильцами 14 дома. То есть они задыхаются, представляете, три дома стоят возле одного их дома. То есть и там даже по санэпидемнормам не получается соблюсти. И вся вонь идет, получается, от всех домов, трех домов идет, страдает один дом, получается. Если жильцы 14 дома, корпусов 1 и 2, придут к компромиссу с жильцами дома номер 14, то они смогут решить этот вопрос полюбовно. Застройщик же отметил, что свои обязанности он выполнил и сделал все согласно плану строительства. Тамирис Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».